Сегодня в нашем городе большой праздник, праздник книги. И я хотел бы отметить, что наш город самый читающий. В этом городе жили и живут великие писатели, великие поэты. По этим улицам, площадям ходили их герои. Мы из поколения в поколение передаем любовь к книге. 17-й Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся 19 мая на Дворцовой площади приветствием губернатора северной столицы Александра Беглова. Более 15 тысяч квадратных метров вокруг Александровской колонны и в здании главного штаба заняли на 4 дня издатели и представители книжного рынка России. Санкт-Петербургский университет славится своей книжной продукцией и традиционно принимает в нем участие. Мы хотим показать возможности университета в этой части. Для этого было оформлено специальное помещение. Оно стилизовано под Петровский зал, как одно из старейших и прекрасно сохранившихся наших помещений. Основная локация – это книжная торговля издательства СПБГУ. Здесь же можно получить консультации, как приобрести книги через интернет. Еще одно новшество этого года – различные мастер-классы от преподавателей и ученых университета, презентации книг, автограф-сессии авторов, которые будут презентовать новые издания. Формат продажи у издательства СПБГУ тоже особый. Здесь нет закрытого прилавка с книгами, что дает полную свободу посетителям салона. Это так называемая зона открытых продаж. Здесь любой желающий может не только приобрести необходимую научную литературу, но подробно с ней ознакомиться и получить консультацию специалистов. СПБГУ на книжном салоне представляет не только издательство. Ботанический сад и музей истории университета подготовили интересную викторину с приятными бонусами для ее участников. Каждый получит приглашение в музей СПБГУ, а те, кто ответят на все вопросы правильно, получат 5% скидку на приобретение книг издательства СПБГУ. Издательство Санкт-Петербургского университета выпускает учебную и научную литературу по всем областям знаний, представленным в ВУЗе. Поэтому в сотрудничестве с ним заинтересованы партнеры из разных сфер деятельности России и зарубежных стран, в том числе Республики Беларусь, которую на Петербургском книжном салоне представляет заместитель министра информации Игорь Бузовский. Это широкая палитра для взаимодействия, поэтому мы надеемся на широкие контакты через книгу, через систему образования для установления наших партнерских, братских взаимоотношений между нашими странами. Еще один партнер СПБГУ – президентская библиотека. У нас заключено соглашение между президентской библиотекой и университетом. И в рамках этого соглашения мы работаем по самым разным направлениям. То есть это и совместные мероприятия, совместные выставки, совместные, вот как уже говорили, издательские проекты и оцифровка материалов из фондов университета. Санкт-Петербургский международный книжный салон закроется вечером 22 мая. Все эти дни посетителей ждут встречи с популярными писателями, круглые столы, лекции и семинары. И презентации новых замечательных книг и альбомов, подготовленных издательством СПБГУ, которые пройдут 20 и 21 мая. Следите за программой салона на официальном сайте мероприятия и на сайте издательства Петербургского университета. Александра Багаева, Евгений Горяев, медиа-центр СПБГУ.